Ну, Чебоксарский историко-художественный музейный комплекс 18 мая примет участие в международной акции «Ночь музеев» с программой «Гордимся родным городом». Впервые в этом году в городе будут работать две площадки – художественный музей и музей краеведения и истории города. В «Ночи музеев» примут участие коллеги-музейщики. Национальный музей Республики Мариэл имени Тимофея Евсеева согласился предоставить новочебоксарцам и гостям города интерактивную программу о культуре марийского народа. Музей истории и краеведения города подготовил свой первый квест «Найди историю Новочебоксарска».